ребята, сегодня мы отмечаем какой день, кто знает? День рождения! Правильно! Йо-хо-хо! Мы рады видеть вас, друзья! Ну что, узнали вы меня? Да! Когда или нет? Хочешь, живи, как и я, ведь мы пираты. Я покупал тру-ля-ля-ля, и тут же заканемся вместе, друзья. Делай, что хочешь, живи, как и я, ведь мы пираты. Ведь мы пираты. Карта сокровищ у нас, на ней сундук для нас. Сундук закрыть на замок, найдем его в сырок. Сундук откопаем мы, там алмазы, сапфиры. Замок открыть пора, и закричим ура! Йо-хо-хо, тру-ля-ля, если любишь ты моря, будешь пиратом. Свистать всех наверх! Йо-хо-хо-хо, тру-ля-ля-ля, дружно затянем-ка вместе, друзья! А что это вы тут собрались? Все такие красивые, нарядные, лежат с бантиками. Что вы сегодня собрались? Какой сегодня у нас праздник? День! Ой, ветер, поздно, я волна, ура, вы!
как ветер шумит. Тихо, тихо, сейчас. Ага, все поняла, понял. Ветер сказал, отыщите рядом сказку и получите подсказку. Подождите, где у вас тут совсем рядом сказка живет? Где у нас сказка? А где свет? Прямо за ветром, где? Погода, солнце спрятало в карман, сдуло шляпу с пешехода, загремело в барабан. Нас из лейки окатило, спичкой чиркнула тайком, а потом глаза закрыла,
нам тумановым платком. Ни погода, ей пока не больше года, ей пока не больше года, ни погода, ни погода. Thank you.
затянулась бурой тиной гладь старинного пруда. Ах, была как Буратино. Алексей Толстой как-то книжку подарил ребятам. Приключения Буратино. Не герои и... Марина! Да, я знаю! Папа Карло удивлен, стукнул по полену он. И сучок стал носом длинным. Так родился... Буратино! Молодцы! Еще! Кто за дверью жил 100 лет и картины знал секрет? Этот мудрый старичок говорящий был... Не трогайте. Сейчас мы его доставать будем. Тихо. Тарфила, ты видала нас? Дама у нас серьезная, пожилая. Ура! Так, а теперь ключом берем. Мы ключ нашли. Ключ. Что, отдаем? Держите ваш ключ. Драгоценности. А это наша. Наверное, да. Так, ну...